Больше новостей, которые оказывают влияние на каждого из нас, на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Сценарий ядерной войны между США и КНДР вступил в финальную фазу, заявил представитель северокорейского МИД, слова которого приводит агентство ЦТАК. По его словам, это отчетливо демонстрирует все факты. Так он прокомментировал маневры Южной Кореи и США. Как обратили внимание в МИД КНДР, нигде в мире не проходят настолько агрессивные военные учения, как те, которые проводят Вашингтон и его последователи. США – единственная страна в мире, главной целью ядерной программы которой является свержение режимов, они должны быть готовы заплатить равнозначную цену в случае попытки применить силу против КНДР, сказал дипломат. Как он отметил, Пхеньяне готовы принять все необходимые меры, чтобы защитить суверенитет страны, ее территориальную целостность и безопасность народа. Военнослужащие Республики Корея и Соединенных Штатов ранее начали пятидневные учения Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. Они схожи с маневрами Vigilant Ace, их проведение было остановлено в 2018 году при предыдущем президенте Южной Кореи Мун Джейне, который стремился установить диалог с КНДР.